сделавшая аборт Карина Мишулина, крутила роман с женатым мужчиной на 30 лет себя старше. История о том, как объявились новые дети Спартака Мишулина, начала обрастать жуткими подробностями биографии дочери актера Карины. Благодаря расследованиям Первого канала стало известно, что еще в 13 лет Карина познакомилась в театре с актером Александром Маркеловым, который был почти на 30 лет старше дочери Спартака. Уже тогда Карина не могла пропустить спектакль с участием Александра, пересматривая один и тот же по нескольку раз. Уже после наступления 18 лет Карина начала более активные действия в сторону Александра. Маркелов даже приходил в гости к семье Мишулиных, чему Спартак был очень рад, так как выяснилось, что Александр был первым мужчиной, который понравился Карине после неудачного романа, а также после аборта, который был сделан в 15 лет. Но Александр был женат, его супруга проживала в Европе, а сам Маркелов во время отношений с Кариной воспитывал 12-летнюю дочь, которая была категорически против присутствия других женщин в жизни папы. В итоге эти отношения продлились целых 7 лет. Александр признался, что хотел развестись, но помимо этого он понимал, что Карина захочет детей, а актер на тот момент будет уже очень взрослым. Получается, что сама Мишулина была в роли любовницы взрослого мужчины с ребенком на руках. Так зачем же оскорблять родных братьев и продолжать тревожить память отца? Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки, пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет много захватывающего и интересного. До новых встреч!